Священная Иртышская земля, где родились такие известные люди, как Иса Байзаков и Аманжол Шамкенов, и сегодня богата талантами. Об этом свидетельствует ежегодное увеличение количества учащихся в местной детской школе искусств, которая работает с 60-х годов прошлого века. Это кружок Житыгена, который открылся всего месяц назад. Дети учатся играть на уникальном старинном щипковом инструменте, который широко применялся до 19 века. Чтобы мечты юных артистов сбылись, руководство школы специально обучило педагога в областном центре. Всего в школе работают 3 отделения – музыкальное, хореографическое и художественное. В школе с почти 60-летней историей сегодня обучается 550 детей. В 9 сельских округах функционируют филиалы. В этом году начал свою работу кружок английского языка. Недавно открылся кружок раннего эстетического развития для малышей. В подготовительной эстетической группе дети будут заниматься ритмикой, английским, казахским языками. Затем будут занятия по рукоделию, рисованию, а дальше по счету и математике. В районном центре работают 2 здания детской школы искусства. Мурат Абилмаджид, Гульсара Маликова, Даулет Кашкербаев, ИРТС Ахпарат из Иртышского района.